Привет, я Михаил Карпович, бренд-амбассадор виски Ballantine's. Сегодня научу тебя делать замечательный Ballantine's Brazil Lime лимонад. Для этого потрясающего коктейля мы возьмем лимонад, классический лимонад. Можно взять, я не знаю, ГОСТ, Буратино, то есть прям в таком стиле. И Ballantine's Brazil Lime. Если ты не знаешь, что такое Ballantine's Brazil Lime, то это напиток на основе виски и цедры бразильского лайма. А его очень круто пить либо в чистом виде охлажденный, либо как раз в коктейле. Нам понадобится, естественно, лайм и ложка, посуда и мерник. А теперь давай приготовим Ballantine's Brazil лимонад. Берем бокал и, конечно же, до отказа его забиваем льдом. Так. Берем Ballantine's Brazil Lime и смотри, очень важно понимать, что градусность у Ballantine's Brazil 35%. Поэтому мы его добавим не 50 мл, как обычно. Давай добавим 70. Так. И все это дело заливаем лимонадом. Лимонадик вот так. Уф, у нас уже получается. Так, нам нужен, конечно же, лайм, пару долек. Та-та-пам. Прям берем вот так вот лайм, выжимаем, прям бросаем. И вуаля, наш лимонадик готов. Так хочется на пляж с таким-то коктейлем. А теперь небольшой лайфхак. Если ты любитель, как и я, огромных шумных вечеринок, и у тебя большое количество друзей, то вот наш замечательный Ballantine's Brazil Lime лимонад можно сделать в виде маленьких шотиков. Что нам понадобится? Холодные шоты, если, конечно, вдруг, не знаю, каким-то макаром у тебя, они не стоят в холодильнике, то просто добавь вот так вот лед, чуть-чуть покрути, все, охлаждаем, добавляем тридцаточку Ballantine's Brazil Lime. Упс. И сверху чуть-чуть лимонадика. Так. Ты помнишь, да, что у нас есть лайм? Так что вот такой вот вариантик. Прям подойдет всем твоим друзьям. Твое здоровье. А еще больше всяких рецептов, полезностей и вкусняшек на сайте онлайн-школы BPro. Подписывайся. Бей вместе с нами. Я не помню, сколько нужно алкоголя? У меня дома есть пару коробок. А? На 50 человек? Сколько нужно на 50 человек? 50 бутылок.